Всем привет, я доктор Евгений. Сейчас покажу еще одну висцеральную технику, каким образом можно немножко приподнять опущенный кишечник, чтобы он перестал давить на органы малого таза. Так можно улучшить состояние простаты, матки, придатков, в общем, всего малого таза. Смотрим. Что делаем? Нужно лечь на спину и согнуть ноги в коленях. Открыть живот, соответственно, потому что нам понадобятся собственные руки для того, чтобы с этим всем поработать. Опять же, делать это нужно желательно на пустой, полупустой ЖКТ. Лучше с утра, после опорожнения кишечника, когда вы еще не позавтракали, ничего в рот не закинули и опустошили толстую кишку. Вот. Тонкий кишечник у нас в большей степени, когда мы лежим на спине, он располагается вот таким вот образом, вокруг пупка, буквально несколько сантиметров туда-сюда. Неважно, какой у вас живот, то есть, если живот даже большой, имеет пузико, то все равно проекция его больше центральная, потому что там просто наслоение жировой ткани в виде отложений в сальнике большом и так далее, это сильно не мешает работе. Для того, чтобы улучшить именно положение внутренних органов, нужно сделать следующее. Очень часто просто за счет того, что отекает кишечник, то есть все внутренности уезжают вниз. Просто за счет гравитации, силы тяжести. И после этого, за счет того, что вы долго с таким вот животом ходите, брыжейка натягивается, связка натягивается и... Положение, естественно, внутренних органов, оно к низу. Ну, то есть, так удобнее организму. И для того, чтобы уже улучшить положение, просто подсказать кишечнику, куда надо направляться, мы можем просто-напросто, в первую очередь, подложить под таз какую-либо подушку. То есть, подложив ее, мы уже сделаем задел к тому, что у нас внутренние органы начнут немножко за счет просто гравитации уходить немножко кверху. И сделав несколько вдохов, мы можем получить легкое расслабление позиции внутренних органов. При этом при всем вы должны ощущать какой-то легкий комфорт. Если вам при этом больно, неприятно, есть какие-то колющие боли в животе, то подушку лучше извлечь и не использовать ее. В таком положении предварительно перед работая с своим кишечником, полежать нужно около где-то 3-5 минут. Как только вы полежите, вы почувствуете, что поясница легко прогибается и ложится на опорную поверхность, то есть на пол, на кушетку более плотно. После этого сделать нужно следующее. Берете руки и делаете их вот таким вот образом, то есть не как домик, а именно вот такой вот лодочкой. И эту лодочку нужно четко подставить под пупок, то есть ниже пупка. Как раз таки мы уже оговорили, что это проекция кишечника. И мы немножко берем, спускаем свои руки ниже пупка и легко погружаемся вовнутрь, то есть до комфортного ощущения. Задача не давить четко вниз таким образом, а легко просто как будто бы погрузиться кнутри и подсобрать свои кишочки. Они уже и так под силой тяжести гравитации чуть выше ушли. Но мы просто немножко их еще подсобираем здесь к низу. Вот таким образом. После этого мы делаем именно в этой погруженной позиции небольшое движение рук кверху. То есть как будто мы вот сюда хотим просто убрать этот живот весь. Опять же встали, опустились и легко тянем вверх. До какого нужно натягивать? До ощущения легкого какого-то натяжения в животе. Вы можете в этот момент погружения почувствовать какую-то легкую болезненность у вас. Доходите до этой болезненности и оставляете руки там. То есть натянули и удерживаем. Вот это вот легкое натяжение позволит рукам постепенно удаляться от этого места. То есть вы будете стоять, боль будет становиться меньше. И по чуть-чуть вы будете продвигаться все выше. То есть не убираете этого давления внизу, то есть не старайтесь руки расслабить, чтобы тащить кожу вверх. Нам сильно здесь кожа не нужна. Нам больше нужна именно внутряночка. И натянули и стоим. Вы будете ощущать какие-то ульканье, бульканье в животе.
легкие какие-то перистальтические движения. Возможно, будет какой-то момент, что вам захочется по-большому. Возможно, будет момент, что будет легкое головокружение. То есть все это будет. И вы просто лежите около 3-5 минут в таком натяжении. Результатом эффективной работы будет следующее, что вы руками как будто уперлись в шлагбаум. То есть как будто вы шли рукой и уже вот совсем все, уперлись в кость. То есть это уже момент, когда все органы, весь связочный аппарат, подвесной механизм, он уже себя исчерпал, и сейчас он натянут ровно настолько, насколько он может натянуться. То есть дружите со своим организмом, не боритесь со всеми укорочениями, то есть слушайте свое тело и не бойтесь. Натянули, постояли. После этого мы также плавно, спокойно убираем руки. То есть в том же порядке. То есть если мы погрузились, натянули, теперь вы оттянули и руки убираете наверх. Очень часто отек именно тонкой кишки происходит за счет недопереваренных продуктов, когда, то есть, тонкая кишка постоянно в напряжении, она постоянно ест. Когда рот постоянно ест, кишка постоянно страдает. Делайте режим питания, то есть делайте такое питание, чтобы допереваренные продукты выходили полностью. Таким образом, не будет отекать у вас тонкая кишка и не будет спускаться вниз, не будет она вам давить ни на простату, не будет она давить вам ни на матку, ни на яичники. И у вас большая профилактика будет простатитов, проблем с матками, всякими миомами, невозможностью забеременеть и так далее. Вы можете еще раз просто лечь, подложить подушку под таз, немножко таз подвернется, собрать свои все кишочки немножко кверху, и после этого очень эффективно будет активация диафрагмы. Сейчас в подсказках видео выйдет для того, чтобы активировать работу дыхания, чтобы естественным образом дыхание массажировало внутренние органы, и этот насос работал, и уменьшалась лимфостатическая штука в животе, чтобы вся еда по кишкам двигалась нормально, хорошо, и вы оздоровите свой ЖКТ и себя полностью. Но не забывайте, опять же, самое главное для того, чтобы этот весь конгломерат внутренних органов не ехал вниз, наладьте режим питания. Дайте возможность продуктам допервариваться. То есть перестаньте есть на ночь, либо режим питания должен быть очень четко распределен. И таким образом не будет отекать у вас тонкая кишка, толстый кишечник, не будет все это давить на малый таз, и вы будете здоровы. Пользуйтесь.